Здравствуйте, мои уважаемые подписчики, с вами шеф Андрей. И сегодня я буду готовить цветную капусту в духовке. Итак, что нам потребуется? 70 грамм масла для соуса бешамель, 30 грамм масла для смазывания формы, 700 миллилитров молока, либо 250 грамм сливок, 35% жирности, мука, оливковое масло, соль, перец и натертый сыр 70-100 грамм. Ставим воду на огонь. Пока вода у нас нагревается, начинаем чистить цветную капусту. Вода у нас закипела, добавляем соль. Отправляем цветную капусту в кипяченую воду. Ставим таймер на 3 минуты. Подготавливаем холодную воду со льдом. Капуста готова. Перекладываем ее в холодную воду. Вода должна быть обязательно холодная. Убираем воду, ставим ковшик. Будем делать соус бешамель. Ложим 70 грамм масла. Две ложки оливкового масла. Две ложки муки. Понемногу добавляем 700 миллилитров молока. Можете совместить воду со сливками. Соль. Перец. И постоянно мешаем до загустения. Итак, соус начал густеть. Добавляем базилик. Натертый сыр. Мешаем 2-3 минуты, и соус готов. Соус у нас готов. Достаем форму, смазываем маслом. Одновременно включаем духовку, чтобы она прогрелась на 180-200 градусов. Выкладываем на форму цветную капусту.
поливаем соусом бешамель. Сверху посыпаем сыром. Ставим в духовку на 20-30 минут при температуре 180 градусов. Прошло 30 минут. Цветная капуста готова. Прекрасно. С вами был шеф Андрей. Всего вам хорошего, хорошего настроения, света в вашем окне и до новых встреч.